А на Филиппинах большим числом жертв завершилось ограбление казино, расположенного в здании одного из отелей Манилы. При этом грабитель, совершивший нападение, не произвел ни одного выстрела в сторону людей. Все погибшие скончались в результате удушья. Злоумышленник поджег игровые столы, после чего возник пожар, который стал причиной гибели людей. 36 тел постояльцев отеля были обнаружены после ликвидации возгорания. По данным полиции, преступник действовал в одиночку. Он ограбил казино на 2,5 миллиона долларов, однако уйти с добычей не успел. Его заблокировали. Отказавшись сдаться, злоумышленник покончил с собой. Как сообщают в МИДе Казахстана, наших соотечественников среди погибших в результате ограбления и возникшего пожара нет.